Ну что ж, Сара Майер. Сара Майер на этом этапе показала, что все-таки уровень выступления на французском турнире это не столько от сильного расстройства после короткой программы, сколько общее состояние дел на данный момент. Тоже тяжелый прокат. Лучше, конечно, чем в Париже, но хуже-то там было просто некуда. Прыгает она луз таким образом, как она его исполнила на замедленном повторе. Это аксель. С луца она упала, а на флипе ей опять поставят оценку за то, что она делает его с внешнего ребра. Минус балл у нее отнимут, как минимум, в том каскаде, который она выполнила стартовым. Как сказал Роман Серов Елене Гизневанишвили, не расстраивайся, здесь кататься очень трудно. Может быть, на девушках это сказывается сильнее, потому что сегодня прямо хороших программ раз-два я обчелся. Среди них одна в исполнении канадки Хокер, что, видимо, от неожиданности, и одна в исполнении Наны Такеда. 104 балла – это на 11 баллов лучше, чем она каталась во Франции.